Товары пользования должны принадлежать всем. Зачем тебе покупать дорогую вещь, если ты можешь взять ее в аренду, попользоваться и потом отдать другому человеку? Зачем мы умножим это потребительское отношение к вещам? Вещи — это всего лишь вещи. Они нужны для каких-то функционального использования, для какого-то функционального использования. Но все это возможно только в обществе доверия, в волшебном мире МБМ. Мир без мудаков.